Re, viss ēters ir te. У трех человек за минувшие сутки подтвердился COVID-19. Общее число заболевших составляет 1092. Поправились 794 человека. В этой статистике, которую мы уже привычно сообщаем почти 3 месяца с сегодняшнего дня, новый оттенок. Мы больше не находимся в режиме чрезвычайной ситуации. А значит, мы уже можем собираться, встречаться и общаться, то есть вести более-менее нормальный образ жизни. Но Минздрав предупреждает – не расслабляйтесь. Если смотреть на опыт других стран, то в меньшей или большей степени наблюдается прирост заболеваемости при уменьшении ограничений. Поэтому сейчас очень важна ответственность каждого индивида, соблюдение требований дистанцирования и гигиены.